Свидерский в ла палса. Ему это нашептала одна из бабуль крикливых. Она обиделась на меня за слово «терпила». Сама она, как мне сказали, из силовых служб, КГБ, ФСБ. За верность информации не ручаюсь. Но она против меня настраивает людей. Ну, это все забавно, потому что пусть делает, что хочет. Мы еще и не то проходили. Говорят про нас, и если это не некролог, то все замечательно. Вы не просто сказали про ФСБ и КГБ. Понимаете? Вы откровенно вот этим самым настроили людей против меня. Дав им понять. Ага! Вот она, как Лаля, да? Она такая, как бы работала в бывшей силовой структуре. Что-то наподобие ФСБ и КГБ. Вот она такая сволочь, вы понимаете, люди, да? А? Саша, вы думаете, я это не поняла? Да? Люди, не зная меня, вот это ваше видео посмотрев, будут делать определенные выводы. Знаете, вы тогда написали про доносы, что я там доносы там, там могу на вас какие-то настрочить, какие-то предложения шли, да? Понимаете, я расценила это снова так, что обратно же люди подумают, ага, эта тетка может написать донос, да? Ой, вы написали там еще в своем комментарии о том, что я закладываю своих жителей, соседей, автомобилистов. А я никогда своих соседей, жителей не закладывала автомобилистов. У меня даже мыслей такого никогда не было. Но вы же это написали, а люди прочтут и скажут, ну надо же, тетка какая сволочь, а? Она же закладывает своих же автолюбителей. Наверное, ходит и щелкает везде, наверное, камеры. Ходит, щелкает и закладывает, понимаете? Любой ваш комментарий, вы понимаете? Саша, ну вы же это понимаете, вы же прекрасно понимаете, да? И видео вот такое вы сейчас состряпали, такое своеобразное, интересное тоже, да? Поучительно-наказательное, показательная такая своеобразная порка, знаете? Ну что, тетка? Да, толщина, да? Так ведь? Правильно, так ведь? Я сейчас вам все это в лицо говорю. Понимаете? Ну, мне не надо было просто какое-то время молчать, надо было вам действительно написать в личку, позвонить и с вами поговорить. Надо было это все лично вам в лицо сказать. Вот это мое все неприятие таких моментов, которые вы стали проявлять как активист. Я не понимаю, как активист вы это, или это у вас в характере такое?